тебе заходить не обязательно. Я сам справлюсь. Дрей, не говори глупостей. У тебя первый день. И нам обоим надо познакомиться с завучем, миссис По. Я сам ее найду. Тебе же надо на работу. Хочешь от меня избавиться? Нет, мам. Миссис По! Здравствуйте, миссис По. Миссис Паркер. Это я. Мы давно вас ждем. Простите, что задержались. Мы только вчера прилетели из Детройта. Это мой сын Дрей. Привет. Здрасте. Мы надеваем форму в особые дни. О, это я виновата. Я так и не успела прочесть тот буклет, который вы мне прислали. Мы исправимся завтра, да. И без головных уборов. Обязаловка, дисциплина или необходимость? Сегодня отцы и дети поговорят о форме школьной. Здравствуйте. Мой сын считает, что форма должна быть обязательной. А вот твой внук уверен, что она должна быть прежде всего модной и удобной. Ваш ход, молодежь. Я за школьную форму. Мои главные аргументы. Во-первых, это дисциплинирует. Все же школа, как принято говорить, это один коллектив, один организм, одна семья, а не какая-то разноцветная, разновозрастная компания. Во всяком случае, мое поколение еще успело вырасти в форме. Даже определенную ностальгию навевает. Видишь, удобно, практично и, главное, цивильно. То есть в этом можно, в этой форме можно было и с хулиганами подраться, и с космическими пиратами повоевать, и в будущее слетать, и не стыдно было девушку из школы проводить. Ну, не знаю, все одинаковые под одну гребенку. Ты хоть представляешь, чтобы девочки согласились ходить в одних и тех же платьях? Вот мой главный аргумент. Что касается формы, я, честно говоря, против. Мне кажется, что... Я, с одной стороны, понимаю, что форма, она мобилизует ребенка, она настраивает на определенный лад. Но мне хочется, чтобы у детей было больше возможностей к творчеству и в одежде в том числе. Мне кажется, таким образом развивается вкус. Мы, опять же, не в Японии, у нас есть еще и погодные условия. Я, например, с точки зрения девочек, пиджак, хотя и мальчикам, я думаю, тоже неудобно. У нас наступает зима, и если обязательно носить пиджак, то это... Простите, вообще неудобно. Поверх пиджака мы надеваем шубу, мы надеваем пуховик. Ну, неудобно. Это раз. И в итоге, как мне кажется, это даже не эстетично. И опять же, ребенку должно быть удобно. Удобно ли ребенку в пиджаке? Скорее нет, чем да. Ну, мне неприятно, что нам говорят носить только серое, без обтяжки. Хочется хотя бы черного или синего. Но... Вот пацаны, они к форме относятся как к обычной одежде, им пофиг. А девочкам уже более или менее. То есть девочкам не нравится серый цвет и то, что штаны без обтяжки. Ну, во-первых, я не соглашусь с тем, что... Пацаны относятся к форме как к обычной одежде. Вот если сравнить советского образца форму, пиджак, он действительно был удобный и для драк, и для всего остального. Единственное, что для драк его стоило снять, потому что он мог треснуть на спине. Не очень было удобно. Но ушлые хулиганы отрывали специально рукава. И в этих жилетках, которые из формы делались, можно было спокойно драться, можно было бегать по стройке. В этих штанах можно было буквально на перемене пойти куда-нибудь на соседнюю помойку, жечь покрышки, потом без единого следа вернуться на урок следом, и тебе никто ничего не скажет, потому что у тебя она как была синяя, так и осталась. А что касается девочек и коричневых платьев, ну да, я, возможно, соглашусь. Потому что какое-то уныние все равно вызывали коричневое платье с черными крест-накрест лямками, как у монашек получается. Но такая форма, я замечу, для девочек, между прочим, просуществовала с 19 века, как она была утверждена. Два века прошло, должно же что-то поменяться. Ну хорошо, я тебе тогда в пример приведу, допустим, Вьетнам. Там форма существует столько же, сколько существует государство.
Видишь, то есть у всех опрятные рубашечки, галстуки. Низ, кстати говоря, разный, поскольку страна с жарким климатом, то здесь есть и сланцы, и шорты, и джинсовые шорты. Но, тем не менее, класс, видишь, похож на класс. То есть видно, что это все ученики и все учатся в одном. Кстати говоря, и в Японии такая же традиция существует, потому что вообще во всех азиатских странах принято соблюдать традиции. Поэтому во всех азиатских странах есть школьная форма. Мы в России живем. Зачем нам равняться на японцев? Они странные. Ты посмотри, как японских школьниц в аниме рисуют. Ну, это еще раз говорит о том, что форма популярна, потому что ее рисуют даже в мультиках. В Америке, например, вообще свободный стиль одежды. Все носят, что хотят, и никто не парится. Ну, здесь вот есть мальчики вообще в спортивном. Какой-то вообще вот... Ну, ты считаешь, что это плохо? Ну, вот, кстати, форма одинакового образца. То есть есть на школьниках пример того, как класс одевается в одно и то же. Ну, а вот. А здесь... Тут я как арбитр вмешаюсь... Бардак какой-то. Чем школа отличается от дискотеки или, скажем, там, какой-нибудь клубной тусовки? А ведь твой сын именно так и учился в старших классах, когда форму отменили. Кстати говоря, вот в 94-м году, когда отменили форму, один мой одноклассник вернулся из Соединенных Штатов, куда он поехал учиться по программе обмена учениками. И вернулся он в джинсах. Так вот, в течение 3, наверное, месяцев директор и зауч регулярно делали ему замечания за то, что он ходит в джинсах, на которых дырка. И только через 3 месяца он согласился и пришел в школу в этих же джинсах, но на дырке была заплатка, на которой была шариковая ручка и надпись «Ради любимой школы». Правда, там было не печатное слово написано, но тем не менее. Его в итоге все равно заставили эти джинсы поменять на брюки. Сегодня сразу с дырками в магазине можно купить. Кстати, о рекламе. Сделаем паузу. Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр. Запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис», Омская, 213-Б. Телефон 666-432. Мой главный аргумент таков. Школьную форму ввел император Александр I в 1811 году. В Царско-сельском лицее Пушкин такую носил. Кстати, военного образца. Между прочим, такую же форму носили царские дети. Ну вот, те самые женские платья, которые никак практически вот, не менялись. Военная форма. Почему-то похожа на американскую она была. Любо-дорого взглянуть. Так неинтересно. Черная. Все в черном. Зато не маркая. Если возвращать обязательную форму, то, на мой взгляд, есть хотя бы шанс смягчить социальный разрыв. Потому что одинаковую форму будет носить и, положим, сын миллионера, и, скажем, сын работяги, сидящий за одной партой. Ну, я с тобой поспорю и как журналист, и как отец шестиклассника. Во-первых, я не совсем уверен, что сын миллионера и сын рабочего со стройки могут оказаться в одном учебном заведении, потому что, скорее всего, сын олигарха будет ходить в закрытое учебное заведение, где наверняка будут действовать определенные стандарты и дресс-код. А с другой стороны, каждый раз в преддверии 1 сентября мы, журналисты, в теленовостях показываем сюжеты на такую тему. Родители собираются всем классом заказывать определенный деловой стиль. Кстати, что понимать под деловым стилем? Находят организацию, которая занимается пошивом одежды. Как правило, это какие-то свои люди. Либо родственники, либо знакомые кого-то из школы, либо знакомые кого-то из родителей. И начинается такая история. Сначала собирают деньги, потом платят их, потом делают заказ. В итоге к 1 сентября чаще всего ни формы, ни, соответственно, денег. И если что-то сделано, то качество очень большие претензии.
Обычное дело, мы в России живем, как говорит Сева. Вмешиваюсь как арбитр. То есть ты готов изменить свою точку зрения? Нет, я лишь про то, что я против традиций, которым 200 лет. Потому что, как мы видим, форма, допустим, для девочек не менялась на протяжении 2 веков, а это были те самые монашеские одеяния изначально. Ну, тут я не соглашусь. Консерватизм консерватизму рознь. Какие уж тут монашеские платья, если, скажем, татушки сделали рекламу и нашей школьной форме, и породили своеобразную такую, я бы сказал, странную эротику. Кстати, татушки для него, наверное, окажутся новостью, потому что такого он не видел. Видишь, молодые тетки изображают девочек, а им в этом помогает школьная форма. Пошло, согласен, но тем не менее, это как раз был протест против совка, который был на протяжении многих десятилетий. И когда на смену синенькому и серенькому с коричневым пришли вот такие короткие юбочки на девочках, то это хоть как-то смотрелось модно. Кстати, есть и примеры обратного отношения, когда школьники выступают против пошлости. Например, вот во Франции разгорелся скандал после того, как 15-летняя школьница пришла в слишком длинной, по мнению администрации школы, юбке. Понятно, что здесь связано как бы с религиозными одеяниями, но она, речь идет не про хиджаб, а речь идет про слишком длинную черную юбку. Вот я думаю, что слишком длинные черные юбки теперь у них будут обязательными, потому что беженцы уже сделали замечание, что их встречали школьницы в слишком коротких школьных юбочках. Но тем не менее, для азиатского мира, получается, это слишком выглядит. А для просто. Нашего? Вот ты меня убеди, что для нас модно? Для вашего, например, класса. Вот, скажем, я прихожу в твой класс на какой-нибудь спецкурс, а там все сидят в кепках, потому что это модно. Ну, ты где таких дураков видел? У меня на лекции парочка таких сидит. Это у тебя на лекции. Поспорите после рекламы. Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр. Запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис», Омская, 213-Б. Телефон 666-432. Я против формы. Почему? Да потому что никто из моих одноклассников не согласился бы ходить в одном и том же. А если запачкалось, нужно постирать. Что, несколько пар одинаковых брюк покупать? А у тебя сколько, кстати сказать, брюк? 2. А давай-ка послушаем твоих одноклассников, что они думают по этому поводу. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к школьной форме? Я положительно. Почему? Потому что это дисциплинирует, это красиво. Нормально. Хорошо. Хорошо. Почему? Ну, а что, плохая форма, красиво. Пусть ходят одинаково. Легкая. Ученики должны быть ученики. Чтоб ученики должны быть похожи на учеников. Порядок соблюдается. Ну, как-то нет таких вот разделений, вроде бы, как у кого-то получше одежда, у кого-то похуже. Все одинаково одеты, никому не обидно. Все как один, никто не выделяется, так что нормально. Никто не комплексует по какой-либо одежде или еще что-нибудь. Так что я всецело за. Как ты относишься к школьной форме? Нормально. Хорошо. Почему? Я считаю, что единая форма – это намного лучше, чем дети приходят, непонятно, кто учителя, кто как бы ученики. А так все как бы видно, что дети есть дети, ученики есть ученики. Как тебе, нравится школьная форма? Да. Тебе нравится школьная форма? Да. Почему? Ну, потому что она стильная. Когда дети будут все ходить, в принципе, в одинаковом, будет красиво. Но, с другой стороны, не у всех же есть возможность купить форму у родителей. Потому что социальные слои же разные. Кто-то может себе позволить, кто-то нет. А, в принципе, было бы неплохо.
Ну, не знаю, у нас деловой стиль одежды. Всем по карману и всем нравится. Ага, говорим о единой форме одежды, а платья и костюмы на самом деле у всех разные. А в европейских странах, ты наверняка знаешь, принято подчеркивать принадлежность к престижному учебному заведению. Единая форменная одежда, нашивки, эмблемы. А, кстати, у вашей школы есть эмблема? Да, у нас есть. Вот некоторые даже ее носят. Но это вот избранные. Я не знаю, где они их, конечно, берут. А ты не принадлежишь к избранным? Я не видел у тебя ни разу этой... Ну, значит, я не принадлежу к избранным. Не, ну у вас серьезно, вас кому-то предлагали? То есть есть доступ общий? Вот к эмблеме школы. Или говорят, вы там, помните, с чего мы начали? Мы начали с примера китайских школ, что там форму надевают по определенным дням, по праздничным. Вот ты бы стал по праздничным дням, или ты вообще не согласен ее носить? Нет, не согласен. Мне вот своя деловой стиль устраивает полностью, и менять я не хочу ничего. Кстати, заметь, в интервью очень многие школьники и родители, и бабушки, кстати, говорили, да, нас устраивает школьная форма, она такая прикольная. Они просто не понимают. О чем речь? Вот. Да. Они показывают на ребенка, который одет в тот же самый пиджачок, в ту же самую рубашечку с жилеткой. Ну, допустим, рубашки-то на всех разные. Вот представляешь, ты пришел в класс, и там половина сидит в синеньких, половина в красненьких, половина в клетчатых, у кого-то серые пиджаки, у кого-то синие пиджаки. Вот у тебя не будет вызывать это, ну, я не знаю, ты пришел в разноцветную компанию. Ну и что? Зато это лучше, чем все будут одинаковые, у каждого, ну не знаю, свой стиль, всем нравится, не знаю, какой-то свой цвет, а то так, знаешь, все одинаковые как-то. Нет, поспорю. Вот ты пришел в класс, да, в какой-то яркой рубашечке, девочка на тебя смотрит, или девочка вырядилась в платье, а ты на нее отвлекаешься, а учительница у доски раздражена, потому что... Это и сейчас никого не отвлекает. Да? Ну, кстати, я с вами поспорю, отвлекает, например, руководство школы это может отвлекать. Вот пример Мурманской области поводом для целого судебного разбирательства послужил случай, когда ученицу 11 класса не пустили на уроки в джинсах, причем она приходила несколько раз. И в итоге выяснилось, что аналогичные запретительные нормы прописаны в уставах и других школ города. Но дело кончилось тем, что прокуратура в суде уже отозвала свой иск, потому что школы поменяли устав. Исключили этот пункт, который всех обязывал приходить только в одинаковой одежде. Но я могу вам предложить послушать, что об этом думают в Канаде. Я бы назвал школьную форму канадской. Канадскую свободной. Потому что я 10 лет в школе проработал в канадской. Даже в этой системе здесь, в общем-то, в основном свободного. То есть нет формы. То, в чем приходит. Если вот в тех школах, где я работал учителем, если бы там ввели обязательную форму, мне кажется, это было бы очень, ну, скажем так, ущемило бы очень много свободы, прав, то, за что вот канадское общество, в общем-то, и боролось. А какая на самом деле разница, в чем ходить? Главное же оценки. Ну, не знаю. Когда дело доходит до урока, вот ты, например, пришел в какой-нибудь яркой рубашечке, да, а девочка на тебя смотрит. Или ты пялишься на девочку, потому что она вырядилась в красивое платье. А училка у доски раздражена, потому что у нее урок не клеится, потому что вы пришли в красивых сейчас одеждах. Сейчас никого не отвлекает. А представляете, если учительница пришла в чем-нибудь таком ярком, и вы все смотрите, обсуждаете, в какой, допустим, она юбке. Бам! Бывает на ней, например. Или какой-то физкультурник пришел в каком-то, ну, плохом костюме. Вы все сидите и говорите, о, отстойный костюм у него. Не знаю, так никто не смеялся над физруком и над учителем тоже всем. Ну, у вас неужели никогда не обсуждают наряды девочек? Не бывает такого? Девочек нет. Ну, я даже не знаю. Ну, а если вот кто-то пришел, например, у него видно, что он брюки испачкал только что в столовке. Ну, и что дальше? Вы не будете на уроке? Нет, ты просто к нему подошел, сказал, типа, там, помойте возле ширинки, там, не знаю, сгущенка капнула. Во время урока, представляешь, к вам подлетает учительница, говорит, вы что там такое обсуждаете, двойку вам? Почему именно во время урока, может, на переменке подошел? Ну, получается, что если отвлекает в то, во что одеты ученики, то, как правило, это руководство школы. Я уже говорил по поводу джинсов и заплатки, да, как моего одноклассника пытались постоянно привлечь к ответственности за это. Смотри, ты же справедливо на что обратил внимание, что речь не идет, разговор не о красоте или некрасоте формы, да, а о том, что она марка и не марка, можно ли в ней, удобно ли в ней, неудобно, так ведь? Ну, вот, например, тебе удобно после школы, вы каждый раз, когда, особенно зима, там, весна, вы играете же во дворе при школьном?
Вот да. В брюках. Неужели удобно в брюках бегать там? Я помню, как выглядели твои колени на брюках после игры в футбол. Я согласен, в брюках неудобно. Но я сейчас могу признаться то, что я не ношу брюки. Я ношу вельветовые штаны. То есть это не к чему придраться. То есть к тебе не подойдет учитель, не скажет то, что там вот это там не школьная форма. С одной стороны, то есть можно. Это не какие-то там джинсы с изорванными Смотри, коленями. Ты практически со мной согласился. Я ведь говорил, что моя, когда я учился, моя школьная форма, она и была похожа на некое подобие джинсовки. А в наше время вельветовые брюки считались брюками, а не штанами. Я вот это... Конечно, с тобой согласен, то, что удобно, это я хочу, но мне не нравится то, что тогда все будут одинаковые. Ну, мы видели куски из старых советских фильмов. Ты видел, что, допустим, хулиган мог там как-нибудь свою рубашечку из-под формы выпустить, и это его отличало. Кто-то мог прийти там в другого цвета рубашки. То есть одно дело, когда все в одинаковых совсем прям, вот вам сказали, весь класс должен прийти в белых рубашках, в синеньких пиджачках, в синеньких брючках, допустим. Ну, или, например, будет... в одинаковой спортивной форме. Все Раша. Смотрите, вы согласны тогда со мной, что главное условие, которое должно объединять одежду, удобство. Это удобство, да? Да, я согласен. И функциональность, получается, и прилежность. Она должна быть опрятной. Ну, ты согласен с этим? Ну, тогда получается, что ближе всего к этому стоит спортивная форма. Вот. Вот смотрите, что я прочитал в интернете. Прогнозы некоторых дизайнеров одежды, которые говорят о том, что если обязательное ношение формы и введут в ближайшее время, то, скорее всего, она будет выдержана в каком-то едином стиле, например, спортивном. Этим никого не удивишь. А вот в твоем классе много найдется тех, кто добровольно оденет спортивную форму, если он сам не в спортивной форме? Ну, например, толстый или там, скажем, еще что-то ему мешает надеть. Сомневаюсь. Думаю, особенно девочки будут против. А почему? Почему именно девочки? В спортивной форме они не так будут изящные и красивые? Давайте я вмешаюсь как арбитр и напомню, что во всех и старых, и современных фильмах про будущее фантастических людей показывают одетых общество в будущем одето во что-то одно, особенно школьники. Если речь идет, допустим, о кадетах или о каких-то вот учениках, которые в одной какой-то академии учатся. Серебристая форма, там какая космическая, это еще более-менее красиво, а вот это лагерная страшновато. Ну, мрачная тона, согласен. Ты согласился бы носить, допустим, какую-то некое подобие формы, как вот в фильме там с младшим Уиллом Смитом, скафандр, в который вмонтирована куча датчиков. То есть ты, например, идешь в школу, и тебе подсказывают, какая температура, какие у тебя сегодня будут уроки. Как скафандр там, я не знаю. Ну да, это было бы прикольно. Так. Карандаши сами затачиваются. Ну, вот видишь, то есть ты все-таки согласишься, что какая-то единая форма нужна. Ну, чтобы она была удобная, но не одинаковая. Ну вот представляешь, через, допустим, 5-6 лет тебе в университет поступать. Допустим, к тому времени уже во всех учебных заведениях введут какую-то вот единую форму, как здесь. Ну, придется носить. Придется. То есть, если скажут, ты будешь носить. Ну, а что мне делать? Ну что, мы эту партию оставляем открытой. И предлагаем вам высказать свои аргументы в споре отцов и детей. Ждем их на нашей электронной почте. Наиболее интересные темы и предложения мы рассмотрим в ближайших передачах. До встречи на следующей неделе.